Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется Craftable Stickin' of Ren. Данный мод дает нам вот что. Данный мод дает нам платы ОЗУ, которые крафтятся из печатных плат и медных проводов. Данный мод классен тем, что платы ОЗУ теперь не придется выбивать, да? То есть, так как платы ОЗУ очень дорого стоят в плане выбивания, они очень редко падают, да, так что вы можете спокойно взять себе и за одну плату, и два медных провода их накрафтить. Тем более, платы крафтятся из обычного песка и угля. То есть, ну а медные провода из меди, да, вот, один медный слиток на 5 проводов. То есть, теперь вам не придется искать платы по ЗУ, а так как они нужны в различных крафтах, например, вот сейчас, например, вот в таких крафтах, как вот этого датчика. Платы ОЗУ нужны для того, чтобы скрафтить этот датчик, и в дальнейшем вы сможете скрафтить себе пулемет. Да, то есть платы ОЗУ очень нужные вещи, и да, я уже рассматривал мод, в котором есть животное, которое дает эти платы, то есть... Да, вот этот маленький, то ли бычок, то ли овечка, я не знаю, гигантская, рогатая. Вот, который дает эти платы. И вот еще один мод, который тоже дает эти платы. То есть у вас есть выбор. Либо получать платы ежедневно, получается, с одного животного по одной штуке. Либо получать, либо крафтить платы самому из медных проводов и печатных плат. А на этом я буду заканчивать. Ссылка будет, естественно, в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!